Эдуард Фанильевич, добрый день. И хотелось бы узнать, каковы ваши функции на Нарофоминских играх? Меня президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Николаевич Стукалов пригласил в качестве главного тренера для отбора, скажем так. Приехало порядка 250 студентов со всей России, там порядка 20-30 вузов. И моя задача заключается в отборе. Вот на сегодняшний день было отобрано порядка 25 человек. Вот. Будет у нас тренировка после открытия. И 29-го, это будет последний день, мы будем играть с командой Нарофоминск, третья лига, товарищескую игру. Вот. Вот эти мои функции. То есть на этом турнире вы проводите селекцию для того, чтобы собрать сборную Национальной студенческой футбольной лиги? Совершенно верно, да. Вот моя задача заключается в этом. Какие ваши впечатления от первого дня работы на Нарофоминских играх? Ну вот с утра я уже с 10 часов здесь, посмотрел порядка 30 игр. Вот. Есть ребята, студенты, которые, да, видно, что у них школа какая-то есть, они занимались в свое время футбольных школах, скажем так. Ну, кто-то, скажем так, физически немножко не готов. А так, ребята есть перспективные, да. Будем с ними работать. На вчерашней встрече вы сказали, что сотрудничаете со многими футбольными агентами. То есть, есть ли будущее у ребят-студентов в профессиональном футболе, как вы видите? Не, на самом деле есть. Я опять же повторюсь, что у нас многие студенты, они заканчивали футбольные школы. Основная задача, вот, допустим, моя, просмотреть вот этих ребят. Вот. И, возможно, если кто-то себя, скажем так, проявит себя с лучшей стороны, то почему бы и нет? Будем рекомендовать, просматривать дальше. Спасибо большое. Спасибо вам.